В Алтайском крае участились случаи обмана доверчивых граждан. Как правило, жертвами становятся люди пожилого возраста, а грабители представляются работниками коммунальных или социальных служб. Так, к примеру, в начале июля текущего года на улице Матросова к престарелому гражданину обратились две гражданки, которые представили сотрудниками Горгаза и под видом проверки газовой плиты проникли в квартиру, оттуда осуществили хищение денежных средств в размере 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы просят барнаульцев быть бдительными и всегда спрашивать документы у работников служб. В случае выявления мошенников необходимо обратиться в полицию.